Более 2 недель Надежда Бабкина находилась в тяжелом состоянии. У певицы двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Сегодня 40-летний Евгений Гор наконец рассказал публике о здоровье возлюбленной. Певец отметил, Бабкина начала идти на поправку. Судя по всему, впереди у Надежды Георгиевны долгий процесс восстановления. Евгений признался: «Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и совсем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании. Самостоятельно. Находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются. Поэтому как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет». Кроме того, Гор выразил огромную благодарность медикам, которые помогают певице восстановить здоровье в такое непростое для всех время. Музыкант заверил: «Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем, это неподдельное счастье и уважение. Все в порядке, и скоро уже Надежда будет в строю». Подписчики Евгения тут же принялись радоваться за любимую певицу и желать ей скорейшей выписки. Женя, спасибо за информацию из первых уст. Здоровья Надежде Георгиевне и быстрого выздоровления. Очень рады. Пусть все будет хорошо. Она сильная. Совсем справится. Откликнулись под публикацией неравнодушные. Напомним, что 70-летняя артистка не сразу обратилась к специалистам. Когда у Бабкиной появились первые симптомы заболевания, она пыталась справиться самостоятельно на протяжении пары недель, что привело к серьезным последствиям для здоровья. В результате Надежда Георгиевна провела неделю на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. В остальном лечение звезды мало отличается от других случаев пневмонии. Она принимает антибиотики и лежит под капельницами. В схожей ситуации оказался и коллега Бабкиной по проекту «Модный приговор» Александр Васильев, который сейчас находится в коммунарке. Правда, стилисту удалось избежать опасных осложнений, так как он вовремя получил медицинскую помощь. Ранее Васильев делился, что испытывает апатию и мало ест. Телеведущий заметил, что дважды прошел тест на вирус и получил отрицательные результаты.